друзья! А сегодня мы с вами встретились для того, чтобы обсудить и сделать подарок под елочку. Этот подарочек можно дарить своим родителям, бабушкам, дедушкам, а также своим друзьям. Давайте вместе придумаем, что же мы им подарим. Придумал! Давайте им подарим красивую и вкусную косточку. Бродяга, какую косточку? Давайте говорите другие ваши идеи. А давайте подарим всем много-много конфет. Нет, давайте лучше сделаем какой-то подарок своими руками. Давайте сделаем снежный шар. И мы туда поставим символ 2016 года – обезьянку. Мне кажется, это будет очень хороший подарок. Да, Брайер, я тебя поддерживаю. И давайте подумаем, что же мы будем использовать для этого снежного шара, у кого что есть. Так, нам для этого сначала понадобится баночка. Потом нам понадобится глицерин. И конфеты! Мэдлин, какие конфеты? Давайте лучше положим побольше блесток, чтобы наш новогодний шар висел. Потом нам также понадобятся ножницы, крышечка и стакан с водой. Ой, кажется, мы еще забыли наш самый главный символ года – нашу обезьянку. А также клей. Забыли! А дождик для декора, он же такой хорошенький. Еще нам также понадобится наш дождик. Итак, начнем делать наш снежный шарик. Берем нашу крышечку от нашей баночки. Берем нашу крышечку от воды, приклеиваем ее нашим клеем посередине, а потом уже наверх приклеиваем нашу обезьянку. Вот что у нас получилось, вот такая вот конструкция. Теперь мы берем наш дождик, меряем его вокруг вот так вот и отрезаем нужную вам длину. И потом мы вот так вот берем и приклеиваем наш дождик. Вот это вот наши крышечки. Итак, вот что у меня получилось. Вот такая вот очень красивая обезьянка. Наша заготовочка. Убираем ее в сторону. Берем нашу баночку и наш глицерин. Открываем его. И выливаем глицерин. Вот я вылила наш глицерин, и теперь мы вот так вот наливаем нашу водичку. Теперь мы высыпаем наши блесточки. Высыпаем. Еще берем блесточки. Я, чтобы у меня очень-очень блестел наш
шарик снежный. Я положу еще одну баночку с нашими блесточками. Нашу третью. Высыпаем. И вот что у нас получилось. Теперь мы берем нашу палочку какую-то и хорошенько перемешиваем. Вот я уже все перемешала. Теперь мы берем нашу обезьянку и окунаем ее в нашу воду. Смотрим, нужно ли нам доливать воды. Да, вот еще нужно мне чуть-чуть долить воды. Теперь мы сами или просим взрослых, закручиваем нашу баночку. Вот такой вот очень прикольный и красивый снежный шар у нас сегодня с вами получился. Всех вас с наступающим Новым годом! Всем пока! Пока-пока!